саженцы розы чайной гибридной Джерианда, Джерианда, никого не оставит равнодушным. Шикарные цветки, насыщенные розово-малиновой окраски, вызовут море эмоций, от восхищения до восторга. Многолетние декоративные растения этого сорта имеют кусты компактной формы высотой 100-120 см. Крупные махровые цветки насчитывают до 60 лепестков, имеют диаметр 10-14 см и классическую форму, которая после распускания становится свободной чешевидной. Изящные бархатистые лепестки слегка волнистые по краю. Сорт порадует обильным длительным цветением и устойчивостью к заболеваниям и морозам. Роза чайно-гибридная Джерианда – это многолетнее растение высотой 175 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов и может достигать до 100 см в диаметре. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола роза чайно-гибридная Джерианда можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает роза чайно-гибридная Джерианда в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы розы могут быть до 14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается один цветков. Лист этого прекрасного растения по форме резной. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что роза чайно-гибридная Джерианда – самоопыляемый, обоеполый сорт. Роза чайно-гибридная Джерианда создал Стивенс. Создан сорт был в год 1985. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.